Добрый день, друзья! Мы сегодня, как вы знаете, в этой квартире мы поменяли батареи. И в этой же квартире мы будем менять два стояка горячей холодной воды. Сейчас Сергей Константинович отключит воду и будем начать отрезать трубы. Пока я снимаю вот этот старый, который мы сделали до этого. Вот этот радиатор мы делали, и здесь вот в самой дальней комнате вот эту, как вы знаете, сделали. Очень красиво, хорошо выглядит. И вот. Ну давай, а какую? Пока собираемся сделать демонтаж, и потом будем поменять. У нас всегда заготовка есть, все готово. Ну, газу. Да. Я вот здесь. Там да, да. Вот здесь. Да. Ты выключи сначала. Нужен как это. Хорошо, он не уехал, вот, помогает, смотри-ка. Он не уехал, вот, пускай денег не заработал. Да. У тебя есть там работяга один, сидит там. Да, это что-то крик. Ну ты попробуй, что крик. Ну давай другой дам. Работяги завтра, чтоб сложились, ребята, я купили 6. С другой стороны ставь. С другой стороны. С другой стороны ставь. А, поменяй тогда другой. Давай. Ну давай, давай. Да. Режь, уже должен отрезать, а он еще меняет. Все. Давай. Встань на что-нибудь, ты сейчас крыло отрежешь. Нет, он персонализацию не помогает. А, стульчик ему, да? Стульчик. Все. У тебя такой, да? А вот стульчики, вот здесь. Тогда вот стульчик. Не, не, стульчик. Стульчик. Ты нам тут не снимай, он опять снимает. Он не работает. Хватит снимать. Это не так. Кто вам так объяснил? С Андреем Мироновым фильм. А? «Бриллиантовая рука». А-а-а. С Андреем Мироновым. И там он идет вот это вот, показывает. Идем, идем, я иду. Ну, давай, вали. Всё. Краску сбирай. Нет, вот это. Сбирай краску. Ты смотри, держи вниз. Вниз держи. Так, тут врезка вот так должна быть. Все, нормально?
хорошая. Вода не дает, это не мешает. Что, будет быстрее, тоже нормально, да? Да. А что тут металла, она и плавки не металла. Давно открывать? Да, что так не открывали, э? Да, сразу как мы пришли, сразу открывали. Уже закончили топчик. Да, да, и сейчас открывали, да? Да. Воду еще нет. Может, газом греть? Да зачем ты будешь, ты не будешь, Нурик? Сейчас разогреем спокойно, что ты? Хорошо. Это тоже туда надо смотреть? Да, 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 да. Сера, да? Да нет, тут серы нету. Сера нету? Нет, ну вот какая-то там попадается, какие-то. Может вот кабл, здесь. Кабалки, может, да? Да, ну тут кабалка. Интернет не работает. Напрямую звоню. Напрямую я звоню. Ну, я же говорю, что ты у меня. Ну, не занят. Да. С кем-то болтает? Ну, вот ты ему скажи, ты что там болтаешь? Здесь работа стоит. Колонны тоже запускай. Колонну запускаю, смотрите. Давай, смотри. Открой-ка. Где вода есть? Сейчас да. Проверяем. Пока не знаем. Заглушка. Самое главное заглушка, да. Сюда посветите газом. Да, нормально? Нормально, да, вроде? Ну, нормально. Там у меня этот фонарик не то. Ну все, нормально, в общем. Сухо. Все так запустили, все нормально. Заканчиваем. Все? Сухо. Все нормально. Четко.
Миссия выполнена. Так, а трубу возьми, расшатывай. Сейчас. Ну что, ты вид, вот эту вот возьми. Вот оттуда, вот так, да. Давай, что там? Вот. Угу. Профессионал. Молодец. Мне крошка дает. Вот так. Да. Показуха. Какая показуха, ты что? Как показуха? Ты старался, вытаскивал его, блин. Не говори. А ты, блин. Не показуха, это только грязь. Работа. Это работа, братан. Работай. Работа. От души. Ну все, заканчиваем. Теперь следующий объект сделаем на следующей неделе. Всем пока, до свидания.